Тоти уже сегодня. И давайте вспомним лучшие моменты, которые когда-либо мне падали Тоти. Вспомним лучшие его падения и вообще все Тоти, которые когда-либо мне падали. Сегодня выходит Тоти ровно 22:00 по московскому времени. Ну и, конечно же, я скоро уже сниму на этот же обзор, то есть завтра. Поэтому давайте я сегодня ностальгирую вспоминать. Ну и, конечно же, концепты Тоти атаки, Тоти нападения. Потому что Electronic Arts нас порадовали и выложили Тоти нападения. И мы посмотрим, обсудим каждого игрока и каждый рейтинг. Но сначала сборник лучших моих Тоти нападений. Let's go. Хорошо, 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 хорошо. Слот открывается. Так, три слота. Три слота, мне это уже радует. Три слота. 150 тысяч монет. Опыт. И Тоти игрок, 86, добить силу, офигеть, Тоти. Еще один Тоти, вот, это не фейк, вы видите, я могу нажать на него, спокойно переключить, обновить состав. 86, карточка Давида Силвы, Давида Луиза, блин, не знаю, что за бред, 86. Я очень ждал этого момента, и давайте откроем первый пак. Первый мой Тоти пак, погнали. Если будет Тоти, я буду орать. Так, это Тоти, да, первый же Тоти. 97, да хе, поехали. Это первый. Два Тоти, просто что? Два Тоти, Карл, Кейн и Дехе выпали. Охренейший опыт. Тоти игрок, Мане, 96. Давайте просто посмотрим на его выпадение. Вот это Тоти карточка 86, выглядит просто идеально, просто классно. Это 100% скрин. Получил я эту Тоти карту, это очень приятно. Если люди, которые говорят, что скриншоты, записи украл, то вот, ребята, кнопочка обновить состав. Стрим, наверное, будет недолгий, но все же будет. Поехали, первый игрок Тоти. Тоти. О, Погба! Первый Тоти игрок пошел. Можно мне на своем канале тоже сделать рубрику «Футбольный клуб»? Хочешь, делай. Твой канал. Не, да, реально немного заспойлили. О, мастер! Модрич, 97! Первый нормальный игрок пошел. Фух. Это реально неожиданно. Это Лука Модрич. Игрок, я не знаю, какой там, из чего. Короче, капитан сборной России был. Для меня это именно авторитет. Вот это легенда, чуваки. Пишите, что хотите, Мерша, вот я с него начинал, я, конечно же, плохого ничего не желаю. Сейчас он неплохой эксперт и аналитик. Серхио Кун Агуэро, 89 рейтинг. Я не знаю, как реагировать на элиты, который почти мастер. В лоб, вот там. О, мастер! Мастер Куртуа, 90! Хорошо, но медленный прирост, здесь, мне кажется, не только ты один заметил. О, мастер! Да хе, 95, что? Да! Вы затащили, реально, вы затащили. То есть я не зря в честь вас открыл. То есть я открыл в честь вас, и вы затащили. То есть видите, как это работает? 95 дыхе. Добрый вечер, спасибо. Спасибо большое. 95, это почти Лука Модрич 2, ребята. Спасибо еще раз всем огромное за этот стрим. Ну и продолжаем открывать пак в честь моих подписчиков, которые уже затащили мне дыхе, тащат мне Салаха. Реально, вот вы реально тащите. То есть искренние подписчики. Здесь, конечно, пожалуйста, любой кандидат Тоти. Я молю, бонусный набор кандидатов. И здесь нам выпадает... Я думал, это мастер, блин, это Жорди Альба. Какого хера, 89 рейтинг. О, господи, Жорди Альба, пожалуйста, сделай мою жизнь счастливой, братан. Нам нужен был центральный защитник. Я вам это неоднократно говорил, конечно, скриншот, обязательно скриншот. 89 рейтинг. И как я и обещал в начале, мы сейчас с вами смотрим Тоти нападение. Короче, выложил Electronic Arts и спустился в Инстаграме, в общем, Тоти нападение. И мы видим то, что они нам выложили только всего лишь 8 футболистов, 8 игроков, которые будут в этой Тоти команде. И поэтому уже с вами видим, что тройка, сразу видно тройка основной команды, основных кандидатов. Это Месси, Левандовски, Мбаппе. Они будут втроем. Это будет как бы основная команда Тоти. 12-й игрок, это Криштиану Роналду, он идет сразу же после Мбаппе. Кейн, Бензема, Салах и Холланд.
Это игроки, кандидаты в Тоти команду. У них даже немножко карточки цветом другие, и анимация немножко другая. А Месси, Левандовский, Мбаппе – это основная команда. У Месси 96 ОВР. Прошлый FIFA у Месси, по-моему, тоже был 96. И, в общем, в целом особо ничего не поменялось. В целом карточки реально симпатичные, прикольные. Я бы хотел себе в состав получить Роналду, Холланда и, конечно же, Месси. Я бы не хотел Бензиму, Кейна, там Мбаппе или Левандовский. Я хотел бы именно вот этих вот троих. Поэтому смотрим. Сегодня вечером выходит Тоти команда. Посмотрим, будет ли доступна вся Тоти команда или же просто там Тоти нападение. Ну, в общем, будем смотреть и стараться получать много-много количества Тоти. Ну, вот так вот как-то. Всем пока, народ. Увидимся с вами сегодня.